Я вас приветствую. Добро пожаловать, друзья. Желаю вам хорошего пребывания в нашей стране и активной работы. Думаю, что вы будете прилагать активные усилия для развития наших взаимоотношений, которые имеют уже хорошую историю и, надеемся, будут иметь такую же хорошую перспективу. И в рамках двусторонних отношений, и в рамках сотрудничества Азербайджан и Евросоюз очень много тем для обсуждений. Конечно, в плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет очень важную роль, и на протяжении многих лет этого сотрудничества всегда играла одну из самых активных ролей по укреплению этого сотрудничества. Так что наши отношения, они охватывают и двусторонний формат, и формат сотрудничества в рамках международных организаций. Поэтому тут очень много перспектив. Ну, думаю, в торгово-экономической сфере, в сфере сотрудничества, в энергетической сфере есть очень много возможностей. Ну и в транспортной сфере тоже, поскольку, вы знаете, Азербайджан прилагает большие усилия для трансформации страны в транспортный логистический центр Евразии. И в этом направлении проделана большая работа. Но много зависит от уже двусторонних контактов, потому что наша существующая инфраструктура и та, которую мы планируем создать, будет создавать альтернативные возможности для грузоотправителей. Так что рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере тоже. Ну и по всем другим направлениям мы всегда были открыты к сотрудничеству с вашей страной. И думаю, что на основе взаимных интересов мы это будем продолжать. Желаю вам хорошего пребывания и активной работы в Азербайджане. Благодарю, господин президент. Действительно, для меня огромная честь быть назначен послом Румынии в Азербайджане. Я много лет работал по этому направлению. До этого был послом в Казахстане и в Российской Федерации, но много лет курировал отношения с Азербайджаном. Организовывая все наши мероприятия на самом высшем уровне, не скрывая факт, что непосредственно участвовал в подготовке к подписанию стратегического партнерства между нашими странами в 2009 году, а также план действий и так далее, те проекты, которые включены в этом важном документе.